Доброго-доброго всем денечка, дорогие друзья. Геймплей херота, графика херота. Я ее называю индюшкой. Но вообще, как бы, реализация живого мира здесь так себе в этой игре. Ну вот смотри. Ну вот если так взять. Вот просто стоит продавец, смотрит, блядь. Стоит баба, тоже на нее смотрит. И ничего не происходит. Они не разговаривают. Она ничего не покупает. Просто стоят, на друг друга смотрят. И нихуя не происходит. И я вот сейчас буду уверен, я стоять буду полчаса, если в этой игре буду стоять полчаса. Или вообще, вот сейчас эту игру оставлю до утра. Утром приду, они так и будут стоять, смотреть на друг друга. Вот смотри, вот это будет стоять, просто смотреть, ничего не будет покупать. Вот это будет стоять, ничего не будет продавать. Вот смотри, видишь, к ней никто не подходит, ничего не покупает. Она ничего не продает. Что руками в воздухе водит и все. То есть нету такого, что рабочий рынок. Вот надо было как сделать, чтобы вот персонажи, которые здесь, они периодически ходили, что-то покупали, пробовали. Продавцы постоянно что-то продавали. У них там кончались эти арбузы. Вот, допустим, пришел мужик, взял, купил арбуз, там попробовал, сожрал, забрал один арбуз. Этот взял новый арбуз, разрезал, блядь, поставил на витрину. Потом к нему пошел, купил какой-нибудь мандарин. Он ему наложил мандарин в лаку куда-нибудь. Тот потащил мандарин и унес. Все. Постоянно. А здесь же вот просто какая-то имитация мира, блин. То есть никто ничего не продает, никто ничего не покупает. Просто ходят, блядь, и в воздухе руками машут, блядь. Где Next Gen? Вот он, видите? Нету Next Gen'а, блядь. Вот чё он? Просто что-то показывает, этот стоит, смотрит. И вот я уверен, игру оставь на утро, блядь, с утра будут стоять те же два мужика, и ничего не произойдет. Нихуя нету. Смотри. Он одни и те же действия делает, при этом молчит, не говорит ничего. Что это за хрень вообще? Эта бабка стоит, так и стоит, ничего не происходит. Эти стоят, просто смотрят, тоже ничего не покупают, не продают. Вот эта дура будет сейчас этот стол тереть, блядь, столько, сколько я здесь стою, причем одну и ту же часть его. Вот смотри, что она делает, типа. И делает одно и то же вот это вот действие каждый раз. Все. Зацикленный круг. Вообще нету жизни. Рынок просто полная декорация, блядь. Смотри. Этот рубит бревно, которое никогда не разрубит. Вот он, блядь, ударил, посмотрел, ударил, посмотрел. Он, блядь, два дня будет это бревно рубить, блядь, два дня будет стоять игра, и он за два дня его не разрубит. Смотри, он ебанул, бревно, блядь, ничего не произошло с ним. Погладил, ебанул, погладил, ебанул, и так до бесконечности. Это Next Gen, нам говорят. Антоша Логвинов скажет, это Next Gen. Антоша будет 12 из 10 ставить и говорить, какой это Next Gen. Хотя не поменялось ничего. Со времен, там, не знаю, Sega Dreamcast, блядь, с игрой Shenmue. Но Антоша скажет, что это Next Gen. О, блядь, охуенно. Давай посмотрим, что вот эти товарищи делать будут. В Last of Us нету рынка. Что-то там что-то было такое. Там постапокалипсис. Utilise ton bras, pas ta langue. La revanche, le meilleur. Allez. D'accord. Мне кажется, даже вот этот вот товарищ, блядь, который слева, он каждый раз будет проигрывать.
У них не бывает такого, что типа сначала один выигрывает, а потом другой проигрывает. Сейчас посмотрим. Ну, смотри, сейчас будет то же самое здесь. Не, блядь, меняется все-таки, значит, хоть что-то, блядь, меняется в этой игре. Сейчас посмотрим на третий раз, кто выиграет. Так. Блядь, где моя кровь? Опять этот проиграл. Не, ладно, короче, тут пиздец рынок. Какая-то херня, а не рынок. Какая-то заскриптованная херня. Этот все, блядь, не может арбуз этому усатому продать, блядь. Эта дура, блядь, играет в игру, блядь, кто кого пересмотрит, блядь. Вообще ничего в этом рынке не происходит. Ничего, полностью мертвый рынок, блядь. Одна ебаная декорация. Сука, ну надо же, а. Зато вон этого выловили. Allons voir notre maison. Ça devrait être un peu plus haut. Dis, on peut partager ma chambre si tu veux. Non, mais je sais pas où ça, je te plus dis putain. Je sais pas. Mais comme ça, on pourrait s'inviter dans nos chambres. Oui. J'adore cet endroit. Разве это не так? Tu dois venir à... Oh, il joue de la musique. Не, просто я не понимаю, ну что им сложно сделать, чтобы рабочий рынок был, чтобы кто-то что-то подкупал, подходил, нарезал арбузики. Это был бы живой рынок, это было бы живое погружение в игру. А вот эта херня с декорациями, это тупость, блядь. И тут не дело не в том, что я там стою 15 минут, а игрок пробегает. Да никто здесь впрямую не будет пробегать. Разработчики хотели сделать рынок, в котором ты идешь, и ты видишь, что он живой. И даже если я буду идти по этому рынку, блядь, там, не знаю, за минуту пройду его, я все равно увижу, что, блядь, стоит баба, блядь, которая смотрит, блядь, тупо на продавца ковров, и ничего не происходит. Что арбузы не продаются, что ничего не происходит, что мужик, блядь, рубит одно и то же полено, блядь, и он его никак не разрубит. Хоть стой ты там 10 минут, хоть одну минуту стой. Это тут же бросается в глаза, что там... Тупо нихуя на этом рынке не происходит. А если бы там была бы, вот, типа, кто-то что-то покупал, кто-то что-то продавал, и вот было бы постоянно вот это вот что-то менялось, тогда другой разговор был бы. А тут никто ничего не продает, никто ничего не покупает, жизни нету никакой. Вон, сталкеры-разработчики, помните, какие обещания давали? У нас игра, 2007 год, живет вообще сама по себе, без внимания игрока. Вы просто запускаете игру, и там где-то в игре люди ходят, торгуют, что-то там делают, животные ходят своими маршрутами, день, ночь, там все дела. Это разработчики сталкера говорили, помните? У нас живая игра, живой мир. Les mauvaises choses? Oui, tout ce qui se passe dehors. Je pense qu'ils savent, mais ils se sentent en sécurité ici. Toi aussi, tu verras.
Bon, je vais te reposer un moment. Il faut qu'on se dépêche un peu. Oui, j'ai hâte de voir la maison. Смотри, тот же самый мужик рубит то же самое бревно, которое разрубить невозможно. Je me demande si elle est grande. Moi, j'espère qu'on a des vrais lits. J'espère qu'on voit le marché depuis ma chambre. Une chambre de roi, bien sûr. Дура, что ты там подметаешь? Там ничего нет. Не ставь игру на 10 часов, она 10 часов будет подметать. Это что такое? Отдыхает, что ли? Тут все люди так в этой игре, это бросается в глаза. Они вот смотри, они просто стоят и все, и молчат, и на друг друга смотрят. И при этом никуда не уходят, ничего не делают. Даже в GTA такой хуйни нету. Эти просто стоят, молча смотрят. При этом ноль реакции. Вот можем вот так вот встать между ними. Так вот. Но их не будет это смущать, им как бы, ну ничего. Бабка, тебя ничего не смущает? Мальчик, девочка стоит, вот как на месте стояла, как вкопанная, так и стоит. Все, вот. Сейчас постоим, подумаем. Вот это весело!